space. Knees together. Yeah, good. Push. Smile. В прошлый раз подходил, спрашивал тебя по поводу тестов. Ну, один тест на первом месте закончил, а там их было 5, по-моему. А на скорости Зидор, если я почти выиграл. Так что одно есть первое место на пальце. 4, 3, 2, стоп. Давай, Марк, правая сторона. Но. Здесь чуть забрал, там чуть добавил. А я сплю ночами, я тренируюсь. Нет, в кровати восстановление, тренировка. Наир, как дела? Я не разговариваю. Мне нельзя. Кто запретил? Я сам себе. Тики отказывается говорить. Что происходит? Не знаю, он решил выбрать сторону, когда надо молчать и работать, наверное. Больше вот это. Если раньше он был ближе к Конору, вот это говорить и делать. Сейчас только молчать и делать. Понимаешь? Люди меняются. Не знаю, к лучшему это или нет. Надеемся. Cognitively today, working and communicating. Когнитивно сегодня тренировка. We talked about also communicating while chasing. Постоянный. Awareness. Where am I? Where's my teammate? Во время прессинга понимать, где ты находишься, где твои товарищи. Меньше контакт с землей, где одна нога. Как можно меньше контакт с землей. Less contact when is one leg. Less contact with the floor. With the pitch. Two. Goalkeepers need to jump for the ball. You too. Me? You jump like a... With me, you jump. Make a header. All together. Exactly. I want to see from you guys that you work together, that you communicate. If I play the ball in this pitch, only one guy is going. He gets the ball. Pass it. Out here. Hey, for goal. Yes, out with the ball. Yes. Хорошо, мы на защите. Браво, Мара! Браво, Мара! Давай! Это просто! One leg! Yes!
Браво, Джонька, Джонька! Брат, 8-0, брат. Или ты на пакете? Как дела? Хорошо. Отлично. Супер. И я хорошо говорю по-русски. Давай. А это нет. Давай тренировка. Давай работа. Победа. Yes, только победа. Всегда. Всегда. Всегда победа. Всегда работа. Работа. Ты еще не разговариваешь? Со мной, я не знаю, что я не знаю, а на море.